Всем привет! В этом видео рассмотрим способ фарма валюты через метаморфов в регионе Покойвалда. От себя скажу, что сам фарм довольно приятный, человый. Чистим карту, убиваем боссов и метаморфов, собираем лут и по новой. Все быстро и просто. Да и профит неплохой в итоге. Ладно, приступим, начнем с пассивок региона. В регионе Покойвалда на метаморфов у нас три пассивки. Первая — это врожденная тьма. Для нас бесполезная, проходная, так как увеличивает шанс появления метаморфа на карте. Но у нас уже за счет скоробея и так будет 100% шанс на появление метаморфа. А вот две других пассивки довольно интересные. Повторный эксперимент дает возможность собрать еще одного метаморфа после убийства первого, что по сути увеличивает в два раза дроп органов. И, конечно же, больше лута, ведь с двух метаморфов предметов попадает больше, чем с одного. С пассивкой «Высокая продуктивность» будем выбивать дополнительный уникальный орган с метаморфа на карте для последующего использования в лаборатории Тейна. В сумме со скарабом мы будем выбивать 3 органа с метаморфа, а вкупе с предыдущей пассивкой органов будет падать уже 6 с 2 метаморфов. Также пассивка «Высокая продуктивность» позволяет быстрее наполнять колбу метаморфа. Маленькие же пассивные ноды увеличивают количество монстров с наградами на карте. В дополнение к пассивкам метаморфа можно взять любые другие пассивки. Например, ноды на предвестников дают дополнительный профит. А если параллельно хотите фармить синдикат, то берите ноды на синдикат. Также можно взять и ноды на скверну. Тут все по желанию и кому что нравится. Я остановился на предвестниках как дополнительный источник валюты, плюс быстрее проходятся карты. Из камней-хранителей я взял платиновый на 2% шанс удвоения награды с метаморфа. В сумме получаем 8%. Здесь сразу уточню, предметы, выпавшие с этим свойством, не будут именно копии его. Это означает, что если, например, падает какой-то уник, то есть шанс, что выпадет еще один случайно уникальный предмет. Это свойство удвоения работает на тип предмета, а не на конкретно этот предмет. Поэтому не ждите выпадения дубликатов, как у того же Вендери в краже. Этот шанс удвоения влияет также на валюту, фрагменты и все остальное. В качестве скарабеев будем использовать золоченые. Почему же стоит использовать именно эти скарабеи, а не те, что подешевле? У золоченых скарабеев есть свойство, что все монстры-метаморфы будут иметь награду. А вот гладкий ржавый скарабей таким свойством не обладает. А за крылатые нет смысла переплачивать. На экране вы можете видеть разницу между обычным скарабеем и золоченым. Справа все органы метаморфов имеют награды. Соответственно, это увеличивает шанс выбить что-то интересное, к примеру, шестилинковую уникальную броню. Где будем фармить? Главное требование к карте – это количество боссов на ней. Идеальным вариантом в этом регионе является карта Courtyard. В русской версии игры это карта Подворья. На ней 3 босса, а значит 3 уникальных органа с наградами. В довесок можно еще использовать пророчество на удвоение боссов, что даст 6 боссов или 6 уникальных образца. Единственная здесь проблема – это устанешь покупать все эти пророчки по 1-2 штуки. Я фармлю без них. Количество боссов очень решает, так как часть органов попадается реже других, и в обычной ситуации, когда мы встречаем метаморфов, часто попадаются ненужные органы, те, которых у нас и так много. А когда босса 3 на карте, соответственно, и шанс поймать нужные органы увеличивается. А уж с пассивками Атласа мы будем выбивать много органов и поддерживать их равное количество. Плюс, если на карте всего один босс, вы не выбьете уникальный орган со второго метаморфа на карте, так как уникальный орган падает только с образца босса карты. Я провел небольшой тест фарма, пробежал 50 карт подворья, затраты составили 850 хаосов, а именно 50 золоченых скарабеев — это 500 хаосов, 50 карт — это 250 хаосов, а также на секстанты и ролл карт я потратил около 100 хаосов. Что вышло в итоге? Дроп с карты метаморфов составил 2320 хаосов, или даже пусть будет 2000 хаосов без всякой мелочевки. Пока я бегал карты, выбил 12 логбуков, черной косы и рыцари солнца, это примерно 720 хаосов. Диковинные монеты для Туджина на 192 хаоса и плюс остальные артефакты на 50 плюс хаосов. В общем, получается 2962 хаоса. Помимо этого, с 50 карт я собрал 53 сета на метаморфа в лаборатории Тейна. Дроп оттуда составил 333 хаоса. Это предметы, которые балком можно продать от 5 хаосов. Все остальное было исключено из фильтра. На первый взгляд, 333 хаоса — это очень мало, но нужно учитывать то, что метаморфы в лаборатории Тейна проходятся очень быстро. И все 53 сета я прошел примерно минут за 40. В общем, получаем 3295 хаосов с 50 карт и 53 сетов метаморфов вместе взятых.
С вычетом затрат получаем 2445 чистой прибыли, или почти 49 хаосов за одну карту. Даже если вычтем камни-хранители, которые обошлись мне в 600 хаосов, мы все равно в плюсе, и выходит порядка 1845 хаосов. Как видим, фарм метаморфа вполне прибыльное занятие, и не напряжное, и не отнимает много времени. Этот фарм хорошо сочетается с фармом тех же экспедиций на карту. В одном из следующих видео я сделаю тест фарма метаморфов в регионе Лес и Джорис и сравню его с текущим фармом. А на этом все, благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте лайки. Всем пока!